Не только потреблять, но и отдавать взамен. При выполнении ремонтных работ в пределах реки природоохранное законодательство призывает возместить любой возможный убыток экологии. Ответственный бизнес воспринимает заботу об окружающей среде не как просьбу, а как обязанность. В этом году ведутся работы. Объем инвестиций порядка 20 миллионов рублей. Но данные работы сопровождаются ограничением воды, то есть вмешательством непосредственно в сам водоем. И законодательством требуется обязательное компенсационное восполнение поголовья рыб в Куйбышевском водохранилище. Мы эти обязательства выполняем. Компания выпустила в Куйбышевское водохранилище молоть стерляди, которая приехала прямиком из Самары. Дорогу рыба перенесла хорошо. Теперь она будет бороздить ульяновские просторы. А баланс флоры реки не пострадает. Для нас, и в частности для отдела экологии, важно не только потреблять природные ресурсы, но и восполнять все, что можно, природе. Поэтому по факту ремонта гидротехнического сооружения на реке Свияга мы не только ремонтируем там водобойный пол и приводим ее в рабочее активное состояние, но и восполняем предполагаемые недостатки. В свою очередь, восстановление гидротехнического объекта обеспечит стабильный уровень воды в Свияге круглый год. Это особенно важно весной, когда возможно потопление береговой линии. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.